В интернете появился двойник официального образовательного портала copadamhmao.ru. Об этом пишет паблик Югра во ВКонтакте. Специалисты предупреждают, что использование фейковым сайтом приводит к утечке личных данных пользователей и призывают очень внимательно вводить название сайта. Адрес официальной цифровой образовательной платформы Югры не содержит посторонних знаков и символов, кроме разделяющей точки. В данный момент специалисты проводят работу по блокировке мошеннических сайтов, копии государственных сервисов.